Всем привет, ребята, и вы на канале Кэтрин Вин. И сегодня я буду играть в Murder Mystery 2. Так, за что же нам проголосовать? Я вообще без понятия. Наверное, мне больше нравится вот эта карта, она как-то посимпатичнее, так что давайте ее выберем. Ребят, я уже выбрала карту, и у нас начинается загрузка. И кто же я сейчас буду у нас? Кстати, мне очень часто попадается шериф. Я уже чуть-чуть поиграла. Ребята, наконец-то я хоть раз буду убийцей. Я ни разу, ребят, не была убийцей, так что для меня это будет интересно. Так, я должна скрывать, что я убийца, и как бы бегать, как обычный человек. Понятно, все. Так, и давай, мальчик, пацан. Все, первый готов. Так, убираю наш ножичек. Так, кто же тут еще есть? Привет, люди! Как делишки? Ах, привет, человечек! Все, готово. Еще девочка давай. Кто тут у нас еще есть? Ищем людей. Так, я буду делать вид, как будто я просто обычный человечек, и как бы от меня уже все убегают, так как я думаю, что некоторые уже поняли, что типа я убийца, так что вот. Давайте убегать, и вот тут пацанчик я вижу. Так ты не убежишь, так... Где же наши жертвы? Ха-ха-ха. Так, девочка, привет, ты где? Ну, пацан! Нет, ребята, он убийца, серьезно? Я, кажется, уже, наверное, убила. Шериф или что? Ладно. Давайте искать еще людишек. Так, девочка, не убегай. Хорошенькая, нет, ребята, он там. Этот мальчик там. Девочка, о, молодец. Так, кто тут еще у нас есть? Так, девочка, ты куда со свиньей со своей? Ты куда вообще побежала? Свинья, как из Gravity Falls. Так. Ребята, кто смотрел Gravity Falls, ставьте лайк. Так. А мы продолжаем. И тут вот я вижу опять этот шериф, и он мне очень сильно мешает. Давай. Ну, пацанчик. Что ты тут делаешь? Так, все. Классно. Ищем еще наши жертвочки. Девочка, не убегай от меня. Ты хорошая девочка, давай. Есть, ребята, я выиграла, ура! Я первый раз была убийцей и выиграла. И мы продолжаем. И ура, ребят, я выиграла. Это очень классно. Вау, это вообще круто очень, что я выиграла. Ребята, я в эту игру не так уж и много играю, так что можете мне что-нибудь подсказать в комментариях. Например, как тут нужно выигрывать и все такое. Ну, у нас начинается новая игра опять. И я... Innocent. Это обычный человек. Ну что, ребят, поехали убегать от убийцы. Это тут какая-то темная очень комнатка. Побежали. Так, нам надо вычислить, кто у нас убийца. Тут какая-то машинка, гаражик такой небольшой. Дальше тут кухня, и тут очень много людей, так что лучше отсюда, я думаю, уйти. Ой, ребята, я уже вижу, тут кого-то завалили. Все, я вижу, кто шериф. Нет, ребят, нет, там я вижу убийцу. Это такой мальчик, он такой, в таком костюме, как обычный костюм мальчика, который в самом начале вроде как подается. Так, ребята, вроде как мы ушли уже далеко, так что я думаю, сейчас он нас не достанет. Так, нет, пожалуйста, я должна выиграть. Так, ну вот, я опять в этот тупик зашла, ну и ладно, пока что можно тут подождать. Надеюсь, он туда не зайдет. И что у нас в магазинчике? Я еще пока что ничего не покупала. И у нас уже победа, кто-то победил, давайте посмотрим, кто. Так, смотрим. Ребята, и у нас вот кто победил, девочка у нас победила. Ребята, обязательно, если что-то делаю не так, подскажите, так как, возможно, я тут еще не совсем поняла смысл от игры. Так что обязательно пишите в комментариях. И тут мне что-то, какой-то турет кидают, я не знаю, что это такое. Ребята, я хочу быть шерифом, хоть я и много раз была им, но на видео я еще им не была, так что я хочу быть шерифом. И давайте начнем, ребята, и я почему-то с первого лица включилась, и я... Innocent. Есть вот коридорчики такие. В смысле, а что так быстро-то? А Виктори уже? Уже кто-то выиграл, понятно, значит. И у нас выиграл шериф. Кстати, я когда была шерифом, я всегда убиваю сразу же убийцу, потому что некоторые люди просто себя так палят. Они просто вынимают сразу нож
и даже его обратно не кладут к себе в багаж. И что же у нас тут? Innocent. Это опять я, к сожалению, я опять... Innocent. Ой-ой-ой, как-то от первого лица опасно играть. Парам-пам-пам. Так. А это что за потайное место? Тут есть потайное место, и мальчик сюда зашел. Надеюсь, он не убийца. О, какое оно глубокое. Тут можно спрятаться в раковине. Все почти про это место, я думаю, знают уже. И тут очень много людей всегда. И там я вижу убийцу. Он борется с шерифом. Видите, вот он борется. И мы лучше убежим, пожалуй, отсюда. Потому что сейчас тут какое-то вообще миссию. И все, ребята. Так, бежим, бежим. Все, ребят, мы уже проиграли. Innocence. Выиграли, ребята. Классно, люди выиграли. И, ребят, вот такое видео у нас получилось. И, ребята, мне попался шериф. И давайте сейчас будем шерифом. Так, и хоть раз у нас на видео я буду шерифом. Так что давайте бежим. У меня есть пистолет, с помощью которого сейчас вычислю убийцу. Так, девочка. Она, наверное, думает, что и убийца, потому что убегает от меня. Так, где тут все люди? Куда-то все люди ушли. Я тут бегаю, как бы... Этот шериф бегает и... Так, кто тут у нас убийца? Эта девочка очень подозрительная. Может быть, она убийца, не знаю. Мы смотрим за всем, наблюдаем. Мне кажется, этот человек очень хорошо маскируется. Так как он вообще хорошо как-то маскируется. Все, я вижу, кто убийца. Ах ты! Все, ребята, я выиграла. Он просто вынул ножичек. И все, я его сразу же... пристрелила. Я вообще крутая такая, классная. И я выиграла. Ура, ребята. Ну, давайте на такой классной ноте заканчивать наше видео. Подсказывайте то, что я не поняла. Не до конца поняла в комментариях. А сейчас, ребята, итоги конкурса на лимонадную стойку. Победила вот эта девочка. Funny Squad. Поздравляю тебя. Мне понравились фразы, которые она придумала. И давайте проверим, подписана ли она на меня или нет. Я вижу, что она на меня подписана, так что она выигрывает в конкурсе на лимонадную стойку. И кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока, до новых встреч!